у нас на Закеме. О, соска. Шла Саша по шоссе и сосал. Девушка, куда же вы? Там же трах. А у нас позорят не ходят. Пугнул ее. Теперь машину на кочках убивать. Ну, стой здесь. Малой, гони ничего. На, помоги ему. Орёт этот, сука! Давай. Воды принеси, пожалуйста. Аренда склада, да? Покупка оборудования. Персонал. И потом, сколько пробных партий твоего эксперимента? Наш папа. Все нам даст. Папа. Я смотрю, уже с кем разнает. Вы слышали крик? Кричал кто-то. Ладно, Илья, пойдем. Жене попить принеси. Лежишь же ты на ногах. На связи 486. На Ленина. Что там? Я принял, направил. Бесплатно покатались.
На тебе на чулочки, соска. Где тут дыру нашел? Засняли квартирку. Для командира ушла. Дешевле гостиницы раза в два. Вот я и поехал посмотреть. Не стыдно ли перед коллегами из региона? Ну и что? Не стыдно? Чувствую. С чувствами. Не твое дело. Да. Зато мое дело чужое. Дружеский долг исполнить. Опа. Иди сюда, малыш. Не получается. Ты что, ты меня за голову держишь? Малыш, малыш, потерпи. Валер. Еще немножко, потерпи, потерпи. Говори с Головченко по поводу проекта Ильи. И? Что и? Обоснуешь финансовую выгоду? Я поговорю с отцом. Странная эта женщина. Мария Сергеевна, зачем тебе все это нужно? Малыш. Не поймаешь машину, а то мне на запад. Пока.
слушаю. Я, наверное, ничего не буду. У меня каблук сломался. Вызовите мне такси, пожалуйста. Девушка, я не поняла. Заказывать что-нибудь будем? Ладно, несите кофе. Нету. Тогда чай. Тоже нету. А что есть? Вода? Вода есть. А есть? В смысле? В смысле есть, что будете. Я же вам сказала, я есть ничего не буду. Несите воды. Просто воду мы не носим. Ну, тогда несите то, что носите. Водка, пиво, чебуреки, сосиски. Несите водку, пиво, сосиски и чебуреки. Хорошо. Говори быстрее на собрание. Нет, буду поздно. Я еще к Тане должна заехать. Илюш, не голодная. Все, все, все. Все, я должна идти. Давайте. Европейских романсов не пою. Я не умею душу продавать. О том, как сильно я тебя люблю. Какими мне словами рассказать? Какую мне мелодию пропеть? А воду? Нет. Как мне тебя, любимый мой, согреть? Среди далеких северных снегов. Я так люблю тебя без слов и песен про любовь. И я так жду тебя снова в дальних берегу. Налью я водки 200 грамм и подниму за нас. Куда? Пушкинская. Сколько? 500. А сколько времени, красавица? Что? Помогите! Дайте, пожалуйста, телефон позвонить. Молодой человек, дайте телефон позвонить, пожалуйста. Что, больна? Сережки возьмите. Себе оставь.
гражданочка. Тихо, документики предъявляем. Может, вам еще в трубочку дунуть? Трубочку? Трубочку еще успеете. Есть тут у нас трубочки для вас. Так, документы предъявляем и объясняем, что за маскарад. Мне сумку украли. А туфельки? Каблук сломался. Где ж это у вас так? Закуролесило. Куда мы едем? Куда мы едем, господа? В какое отделение мы едем? Дайте телефон, я позвоню мужу, он за мной туда приедет. Вот, иди, горячая ныне. Ближе. Телефон, на, позвони. Убери руки. Вы что-то не понимаете. Завтра с вас погоны посрывают. Слышь, мадам, ты что, борзянки объелась? Да ну и нафиг. Давай ее высадим. Чё ты бздишь? С тебя каждая кораля будет погоны снимать, а ты их бояться всех будешь. Правильно боится, вы завтра пожалеете. Руку убери. Слышь, за кошельком замужем, что ли? Не твое дело. Правильно, вам же впадло жить с простыми. Слышь, малой, а ну угости ее простолюдином. Руки вы, а? Руки. Здесь вот право поверни. И выйди, малому помоги. Да ты лезешь. Сука, убери руки от меня. Пожалейте завтра обо всем. Выбросите меня отсюда. Плащ на башку и натяните, то резвая сильно. Нет! Нет! Давай, манись ты, сука! На ноги ей наступите, чтобы не дергала. У вас ключи есть или тоже украли? У вас дома кто-нибудь есть? Я хочу водить, из консьержки позвоню, она откроет. Угу. Спасибо вам большое. Тоже тебе сейчас деньги вам вынесу. Не надо, не надо, что вы. Mm.
Мадина из 14, я ключ забыла. Спасибо. Не слышал, как ты пришла. Я заснула на диване, чтобы не будить тебя. У меня сумку украли. Как украли? Прямо из кабинета. Что в ней было? Все, что обычно в сумке. И паспорт, кредитки. Ты как записала пин-код? Телефон? Телефон тоже был в сумке. Так, я в банк звонил. Марина Сергеевна, не понимаю, что мы здесь делаем. У нас семья как семья. У нас все как у людей. Работаем, хватит. Ребенка обеспечиваем, школу водим. Блин, что мать, такое? Что ты, ну хватит. Пожалуйста, не ругайтесь при ребенке. Все у нас в порядке. Я работаю. Ну, отдыхаю. Иногда. Юрий, вы бьете ребенка? Чего? Чего такое говорите, бьете? Да это я так, ну, по затыльник, там, чтобы папку не забывал. И все, больше... Чего бьете? Вот меня отец так херачил, что жопа потом 3 дня горела, а вы говорите, бьете. Так. Для профилактики и все. Ну что ты молчишь, бестолочь? Ну скажи, разве мы тебя бьем? Вов. Юрий, Светлана, пожалуйста, оставьте нас с Вовой, я вас позову. У тебя все твой характер доводит. Все близко к сердцу принимаешь. Нет, ну правда. Неправда. Чем дальше, тем больше все равно. Даже детей не жалко. Они порождают уроды уродов. Но бьют их алкашатцы, истерички матери. Те вырастут, своих тоже будут бить. Что я с этим могу сделать? Пожалеть? Тем самым дать понять ребенку, как несправедливо к нему относится дома? Что из него вырастет в таком случае?
вечно сомневающийся. Недееспособный неврастенник, оплакивающий свое несчастное детство, которое потом будет требовать человеческой жалости за деньги у психотерапевтов, парикмахеров и проституток. А так, без моего участия, из него вырастет нормальный, устойчивый урод. Никого в таком случае не жалко. Десерт будешь? Маковый рулет, 2 прибора. Хорошо. Мариш, ну что мы такие грустные? Может, у тебя месячные? Ты какие анализы сделать хотела? Не знаю. Все, наверное. Меня изнасиловали. Татьяна, я занята. Ир, возьмешь на ПЦР общую биохимию? Конечно. Все будет готово? Позвоню. Спасибо. Работайте кулаком. У меня тоже умирал отец на руках. Может, мне не рассказывают, как это сложно. Ну что я сделала не так? Я же вам говорила, ему нельзя бывать в общественных местах, летать на самолете. Но он хочет жить. Он живой человек. Девушка, живой и здоровый – это разные вещи. Водка, пиво, сосиски и чебуреки. Чебуреков сегодня нет. Тогда водка, пиво и сосиски. Рождения, Мариша. Ну что, сидим как дураки. Расходимся. Кто это? Свет пришла. Как раз вовремя. Светочка, Светулечка. Привет. А Маришка здесь?
Шедевр. Старалась. Так что, Маринка, где? Ну что, выпьем за здоровье именинниц? Люб, дай мне эту коробочку. Нет, надо что-то чуть-чуть раздумать. Мариш, ты представляешь, Михалыч меня к себе вызывает. Он говорит, давай свой проект сюда. Подготовим бизнес-план. Подойдем в банк на рассмотрение. Видишь, я еще на что-то гожусь. Ты молодец. Илюш, цветы в вазу поставь. Слушай, Марин, а ты как думаешь, ну, твой папа, он зеленый свет даст? Ну, если там поймет, что это мой проект. Звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты одна заветная, другой не будет никогда. Мариночка, а мне есть тост? Пожалуйста, просто можно я? Ну, пожалуйста, можно я. Мариночка. У меня есть тост. Я хочу выпить за тебя. Как за счастливую женщину. У тебя есть все. У тебя прекрасный, любящий муж. У тебя интересная работа. У тебя друзья, которые тебя уважают. У тебя есть все. Твой дом – полная чаша. За тебя, Марин, за тебя. Детишек. Мариночка, за тебя. Наш живой. Но, да, я... Мариночка, за тебя. У меня есть целые верды. Моим друзьям. Это счастливая женщина. Друзьям, которых я знаю 1000 лет. Вернее, периодически вижусь с кем-то чаще, с кем-то реже. Кто-то сегодня пришел меня искренне поздравить. Кто-то так посмотреть на новый ремонт. Кто-то поесть. Но это не важно. Я ведь счастливая женщина. Муж, друзья, работа, вот, квартира. В центре города. Еще, кстати, дача есть. А теперь по порядку. Муж. Здоровый, красивый мужчина. Говорят, он меня очень любит. Да, Илюша? Маришечка, ты не проголодалась, я? Мариш, все нормально. Что с настроением?
Мариша. Марин, ну зачем ты так? А затем, Илюша, что достала меня твоя липкая, вечная забота молчаливая. Чего ты замалчиваешь? Что ты так боишься узнать? Что я живу с человеком, от которого даже не хочу детей? Что ты слабак? Что все удобно. С одной стороны папа, с другой стороны я. Илюш, ты все сам, ты все молодец. Ты что такой классный? Ну хватит. Ладно, работа. Работа интересная по специальности. Могу себе позволить. Ведь мой муж бизнесмен. Мало платит. Зато такая нужная. Кому нужна работа моя? Констатирую жизнь дебилов и морально покалеченных. Чем я лучше? Да и вы тоже. Кучка привыкших, завидующих друг другу людей. Это пьяный бред какой-то. Бред? Пьяный? Да я 20 лет еще промолчу, конечно. Послушай, ты, по-моему, меня дольше всех знаешь. Да я помню, как вот мы в школе учились. Ты мне юбку зеленую замуж его продать захотела. С таким же вот английским лицом. Если у тебя нет таких денег, то ты можешь ее брать в прокат. Юбку ношеную в прокат. Да я тебе вообще за все исправно платила. Ты мне за мужа в прокат так и как-то и не заплатила. Давай. Идешь, сядь. Странный способ ты выбрала тогда его утешить. Да, Леш? Сейчас невосполнимый утрат. Пока вот я там, гроб для твоей мамочки выбирала, покрасивше. Не, знаешь, побогаче, чтобы вот родственники что-нибудь подумали. Водку покупала. С могильщиками договаривалась, чтобы поглубже. Танечка тебя успокаивала. Ну, успокоила, да, Таня? Спокойно сидит. Да, в принципе, мы с тобой квит. У нас потому что есть Валера. Валера, друг семьи. Кстати, Валера сегодня не с пустыми руками пришел. Наконец-то. Гениальные проекты нашего Илюшечки скоро будут реализованы. А все вот. Валерик. Да, кстати, в 2 часа. Ты что-то только не сказала, где мы встречаемся завтра. Вот где там вот на предыдущей этой дыре, на северном, или что-то новенькое нашел, да? Валер, спасибо тебе огромное. Девчонки меня поймут, да? Все-таки даже не молодой любовник, он как-то повышает самооценку. В общем, друзья, спасибо вам огромное за вот этот праздник. Давайте, ваше здоровье. Вкусно. Кто принес?
Угу. Да охренела вообще. Угу. Слушай, давай я тебе вечером позвоню. Болтаем, да? Угу. Давай, пока. Я вас слушаю. Мне украли паспорт. В смысле? В смысле? Мне украли паспорт. Откуда вы знаете, что его украли? Вдруг вы его потеряли? Нет, мне украли сумку, в которой был паспорт. Вы не оставляли сумочку в кафе или у подруги? Что вы от меня хотите? Я от вас ничего не хочу. Это вы от меня что-то хотите. Я вас спрашиваю, вы уверены, что у вас что-то украли? Ну, там, паспорт или сумочку. Понимаете, что это уголовное дело? Это ведь вы людей работать заставляете, волноваться. Вот вы пришли тут, понапридумывали, что у вас украли паспорт. А потом вы придете еще и скажете, что вас изнасиловали. Ну? Ладно, давайте. Я напишу заявление. А утери паспорт. Угу. Ну, отлично. Пишите. Шапка. Я, фамилия, имя, отчество. Когда? 4 дня назад. Где вы работаете? В социальном центре. Кем? Я работаю с детьми. Кем? Напишите социальный работник. Социальный работник. Так. А сколько вы обнаружили потери паспорта? Вечером. Во сколько? Наверное, после 6. 18:20. Пишите так. Домой добираетесь автомобилем, общественным транспортом? Пешком. Алкоголь употребляете? Какое это имеет значение? Огромное. Алкоголь употребляете? Ну, как все люди. Понятно. Так, пишите. 14 числа, месяц, этим вечером после работы, возвращаясь домой, я выпила спиртосодержащее вещество, тире пиво. Предполагаю, что утеря паспорта произошла во время моего передвижения от места работы до моего дома. В результате ненадежной конструкции моей сумки, основное отделение которой не оснащено системой закрывания. Система закрывания тире, то есть молнии, или кнопкой, и алкогольного опьянения, которое привело к дополнительному раскачиванию сумки. Прикинь, японцы изобрели агрегат, который перерабатывает фекалии в экологически чистое топливо.
Скоро появится машины, которые вместо бензина будут использовать естественные удобрения. Говно чьи перерабатываться будет? Водителя или специальная говнозаправочная станция построить? Знаешь, отдохнуть надо. Я это уже слышала. Может, к маме съездишь? Мама, веди меня обратно. Доктор, вы не слушайте ее. Она чушь несет. Она специально это говорит, чтобы испортить жизнь и мне, и отцу. Лерочка, зачем ты все это сочиняешь? Лер, скажи, что ты сказала маме. Если ты не хочешь говорить, возьми, напиши. Ручку. Давайте вы оставите нас с Лерой, так будет лучше. Имейте в виду, что она все сочиняет. Владимировна, постойте. Постойте. Я вам могу помочь. Никто ей пальцем не трогал. Тогда почему Лера ушла из дома? Я не знаю. Ее изнасиловал отец. Я видела девочку. Она очень напугана, поэтому молчит. Ее мать никогда не подаст заявление. Чтобы не разрушать семью. Вы в своем уме? Какое мое дело? Да он может это повторить. Плачу, поехали. Куда? За этой машиной. Ну, быстрее же, ну.
подъезжай так близко. Что, муж, что ли? Типа того. Не останавливайся. Проезжай дальше. Ты чё? Раздвигая границы разумного, субъективного мира, сублингвальный прием препарата, палата, вата в ушах, страх на картинках, волос, тарелки, голос за спиной, неной, идем со мной, человеческий вой, порой страшнее звериного, зерно бери его, храни его, расти его, а что будешь делать ты, если твой рассудок рассудит все иначе, и слово реальность утратит смысл, вымысел станет были, а были боли, боль пыли, скорее мы берегу, Вы что так шмаливание? Сестра, а что шмаливание это? Скажи. Мы больше так не будем. Дядя Степа. Не заиграйте. Ой, да не высаживай. Слышишь, Андрюха, а что ты в натуре тут? Что так шмалю воняет? Ты на улице ходил вообще? Посмотри, как на улице воняет. Парниковый эффект машины. Скоро конец света. Это ж кошмар. Слышь, дебил, вы точно доиграете? На колому попрете, понял? Казенные харчи хлебать. Это мой путь, брат, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. Так, где? Давай, прекращаем, время уже поздно. Давай, пойдем спать.
нам надо поговорить. Вы сумасшедшие. Отстаньте от меня. Я убегу от тюрьмы. Оставь меня в покое. А он что? Он конкретно меня спрашивает, ты будешь со мной ходить? А ты ему что? А я конкретно ему отвечаю. Не знаю. Короче. Ирина Петровна очень правильно сделала, что отправила Леру с мамой ко мне. У них в семье действительно очень большие проблемы. Да, сложная девочка. Похоже, что Лера подверглась сексуальному насилию. Да. Кто бы мог подумать? Марина Сергеевна, не опасно присутствие этой девочки среди других нормальных девочек? Сын. Мужиков встретила, от вас одна только суета. Да, да что он будет? Все, куда ты бежишь, а? Куда ты бежишь? Что, не знаю, куда чего делать? А там косметика, между прочим. На мать ты не ришь. Косметика есть. Ребенка волосы держи. Передумал. Потом опять передумал. Еще не поздно, я могу и не принять этот билет. Видимо, поздно. Прошу прощения, я неожиданно оказался в затруднительном положении, но стеснен в средствах. Очень деньги нужны на лекарства. Вот фотоаппарат. Мне его год назад дочь подарила на день рождения. Но здесь все функции есть. Пейзаж, портрет в сумерках. Но лучше всего поставить на автомат. Нет, я первое время снимал. Ну, интересно же, дочку с внуком снимал. Вот. Ну, а потом что? Что снимать-то? Снимать нечего. Вот. А дочь с внуком? Так они уехали, как квартиру уже заменяли, с тех пор я не видел. Сколько хотите? За 500 отдашь? Я не знаю, я же не специалист в этом деле. Мне дочка это сама подарила. Но если больше никто не предлагает, то... Вы не пожалеете. Здесь все функции. И спорт можно снимать, и пейзаж, и портрет в сумерках. Вы не пожалеете.
Трубочки и песочного дайте. Дура. Ты один живешь? Нет. Останься. О! Смена груша, ребят, пришла. Валим. Я люблю тебя. Ты чё, дура? Да ебись! Брат, сушняк, вообще, блядь, вата во рту, что это ебись? О, это чё за сос у нас во дворе? Ты пей, попей, да. Я попью. Это кто? Что, не видно, что ли, дебилы тунеяли? Слышал, что японцы придумали с головной бензин делать. Теперь по всей России говнозаправочные станции будут строить. Так им доноры нужны. Лучше поработать, могу пристроить. Конечно, супер. Но я, брат, прости меня, но я курица. Все, попил, вали давай. Вали, опять вали. Давай, дергай, я сказал. Ой, дай иди сам.
вся мода хуйня. Елена Головач, прорезаю веники, таз, болгарка. Выдыхай, бобер, выдыхай, ну что ты держишь его? Вот ты жжешь, подруга. Ну вот я ж себе такую красивую Андрюшу нашел. А это кто? Где? Ну вот. Это жена. А ты где намутила-то портрет? За это можно и по щам выхватить. Вижу, ты часто выхватываешь. На щеке. А, это? Да нет, это мое детство счастливое. Папа? Не, дед. Он нас забрал с Андрюхой. А родители? Родители папа съебантил, когда я родился. Мама начала квасить по жести. Вот дед нас и забрал, чтобы мужиков из нас настоящих сделать. Это точно, у него получилось. Еще как. Так он жил безобидно совершенно. Ты думаешь, он всегда так отжигал? ГПК перед телеком плескал. Ну, не, далеко. Он военный был. Ты что? Выправка солдатская. Все по уставу, чики-пуки. В 6 утра подъем. А это... Я маленький был тогда. Точно не помню. Лет 5-6 мне было. Я любил шариться по кармашкам. У него мелочи на мороженое. Стрелять на бомбочки, на петарды. Вот. И тут он меня спалил. Праздник какой-то был. То ли День Победы, то ли 23 февраля. Но пришел он домой, готовальня полная. А я такой, бах, зашифровался, спать лег пораньше, типа. Но не прокатило. Пришел, начал мне рэп читать какой-то за свое голодное детство, за войну, за родину. Сказал, что судить меня будет. Вот. И вывел приговор мне. 5 ударов по моей уголовной рожице. Потом цирк. Очнулся. Андрюша кричит. Дед вопит. Я тоже начал орать. Начал башкой трясти в разные стороны. Смотрю, обои все в крови. Испугался очень. Потом скорая, врачи, йод, зеленка, лейкопластырь. В смысле, скорую вызвали? Не, они у нас с Мангой сотрудничали. Сами догадались, что надо приехать и Лосяшу забрать к себе. Менты. Менты. Мент, он же один. У тебя что, в глазах боится? Че страх поделялись? Как обычно, брат, зарядил по-братски пару крыжек. Че, я ж не знал, что она вообще нулевая, беспонтовая. Я не виноват, брат. Она сама курила.
А если загнется? Загнется. Ну и что, кто из нас мен в доме, я или ты? И она к тебе вообще шариться пришла, а не ко мне. Жива вроде. Не выгони меня пока. Дровалик, ешь давай. Ешь, говорю. Рот открывай. Рот, говорю, открывай. Открывай рот. Открывай рот, я тебе говорю. Слышь, дед. Я тебе говорю, ешь давай. Как его зовут? Да какая разница, он ни хрена не слышит. Я останусь у тебя дня на два. Валяй. Мне пока нормально с тобой. А муж что думал? Что я у мамы. В Симферополе. А если позвонит? Не позвонит. Там связь плохая. Ладно, это не мое дело. Почему милиционером стал? Из чувства вселенской справедливости. Ты кто тебя таким словом научил? Могу и по-другому. Человеком захотелось стать. А тут тебе и ксива, и стол. Ты это хотел услышать. Но это больше на правду похоже. А ты что, ведешься на то, что похоже? Вообще на шалаву похоже. Как в лифте ко мне пристала. Как трахаешься. Ты ведь нормальная женщина, правда? Замужем.
в структуре работаешь, на зарплату живешь. Не то, что эти пипетки. Готовы на каждом шагу за туфельки, за платьишки отдаться. Про вас тоже так говорят. Про кого? Про ментов, что ли? Они не любят нас. И правильно. Нас не надо любить. Нас бояться надо. Вот ты. Боишься меня? Нет. Андрюха, пойдем, наш шеф вызывает. Что случилось? Ты что, новость не слышал? Нет. Вчера наш малой набухался, взял патрунку. И у себя на районе двух баб сбил. Насмерть. Это что? Значит так, запоминайте четко. Если башка не держит, записывайте. Берете патрульку и гоните ее на станцию, чтоб вечером она была готова. И ни единой царапины ей не было. Да понятно? Вчера, 20:30, вы были на службе. Стажер был с вами.
Вы доставили в райотдел троих и написали 5 административных протоколов. Да понятно? Об остальном ни звука. Наша жизнь коротка, все у нас с собой. Наша юность вблизи пронесется стрелой. Проведем те друзья эту ночь и зиму. И пусть наша семья соберется весней. Эх, налей, эх, налей. Так странно, что с такой бабой. Какой? Я скоро уйду. Мне пора. Да ты не обижайся. В нормальном смысле этого слова. Я люблю тебя. Сука. Я люблю тебя. Меня слушай. Я люблю тебя.
выпущусь. Хочешь пострелять? Зачем? На одну меньше в дом залить. Тебе залетало? Было дело. Ты умер? Для меня да. Можно сфотографировать тебя? Зачем? На память. Вспышка включит. Тут есть функция. Портрет в сумерках. Все, вольби дала невыносимость. Ты можешь мне помочь в одном деле? Припугнуть одного человека. Кого можно ставить? Нет. Чего ты добиваешься? Чего ты добиваешься, дрянь неблагодарная? Чего тебе еще не хватает? Чего для тебя еще не сделали? Мы с отцом из кожи вон лезем, чтобы у тебя было все. Все, чтобы было. Чего? Чего тебе не хватает? Чего ты добиваешься, дрянь такая? Ладно, мать, иди, остынь, погуляй, охладись. Доченька. Доченька. Помогите!
Давай машину. Дёрнет! Папа, пап, вставай. Папочка, папа. Папа, прости меня, пожалуйста, папа. Прости меня. Андрей. Что ты с ним сделал? Что я с ним сделал? Что ты хотела, чтобы я с этим пидорастом сделал гонченым? С этим педофилом? Может, мне надо было, по-твоему, ему штраф пойти выписать? А? Или устное предупреждение? Ты убил его? Нет! Хотел. Но не убил. А вдруг он этого не делал? Сергей Григорьевич. Здравствуйте. Извините, я в пробке застрял. Вы уже все успели обсудить? Нет, не все. Осталось самое интересное. Как ты будешь банку 20 миллионов отдавать? Презентация с собой. Слышишь, а кто это? Твое дело. Лицо уж до боли знакомое. На дорогу смотри и рули давай. Я тебе вообще подчиняться не должен. Я твою жопу тоже не должен прикрывать. По крайней мере, постоянно прикрывал.
производит регистрацию билетов для оформления багажа. Внимание, произвел посадку самолета швейцарской авиакомпании, прибывшей 490 рейсом из Цюриха. Левая колонка. Это ваша... Долго еще сидеть ждать было. Да сейчас, подождите. Ствол сдашь, куртку к себе машину бросишь, дальше видно будет.